Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Hungry Shark Heroes. И в данный момент у нас, смотрите, все готово. Все, что мы с вами ставили, все, что мы с вами производили. И помимо этого, я еще здесь сам, получается, без записи поделал делов. И давайте эти дела сейчас доделаем, так скажем. Так, кушаем этих говнюков. Так, смотри. Делаем следующее. Заходим вот сюда. Здесь я попросил акулу. А, у меня тогда желтая выпала, да, или что? Потому что я хотел... Ладно. Короче, я в прошлый раз ошибся, я думал, что мне выпало самое редкое, а мне выпало самое тупое, что может выпасть. Если вы помните эту серию, можете написать мне. Типа, да, так и было. Чтобы я точно уже не был уверен, что я ошибся. Голубое. Но у меня такая есть, поэтому отдаем ее. Ничего интересного. Что мы можем здесь опять вот сделать? Зебра, это и это. То же самое, короче. Давай попробуем тогда таким образом все сделать. То есть реквестим у клана и опять-таки будем эту рыбу делать. Эту рыбу инкубировать, если она выпадет. Так. Здесь вон пишут все. Ага. Здесь пишут всякие комментарии. Окей. Можете вступать тоже в клан, ребят. Мне будет приятно, если вы вступите. Так, разумеется, сейчас я забираю все это. Я прокачал, ребят, почти... И вроде бы даже не почти, а все. Вот эти вот штуки, которых можно рыбу забирать до максимального уровня. Я вас обманул, до максимального, до третьего уровня. Да, третий уровень. И то есть следующий апгрейд уже стоит 12 500. Это дофига. Нажимаем сюда, смотрим, что у нас здесь. Смотри, за 1000 можно сделать максимальный уровень этой акулы. Зачем мне это надо? Спасибо, не хочу. Вот она, акулка наша новенькая. Идем кормить ее. Зебру, ребят, будем использовать 100%. Это мой новый танк, которым я буду играть. То есть у меня был до этого танк 2 уровня. Теперь танк 3 уровня. И этот танк 100% мне нравится. Почему? Потому что здесь я даю стан. Делаю стан на 4 секунды. То есть кормлю по максимуму. Хотя бы до 10 уровня сейчас прокачаем. Потом уже будем думать, стоит ли качать дальше. Опа. Подросла акула. Стала сильнее. Вот она, наша акулка. То есть до этого... А, вот у меня еще 2 акулки, кстати, тренируются. Давай посмотрим, что происходит. Все, 2 уровень лидерства у Great White Shark. У белой акулы, короче. Хорошо. И 2 уровень вот этой вот атаки. С вампиризмом. У нашего ассасина. Хорошо. Это все прекрасно просто. Просто прекрасно. Все. Здесь мы все забрали. Угу. Дальше надо думать, что делать. По миссиям. 1 миссия. 2 миссии. И у нас плюс 10, смотри-ка, к репутации. И эта миссия, ребят, у нас как баг. Я не знаю, у всех это то же самое или только у меня. В общем-то, да. Ладно, давай зайдем сюда, посмотрим, что у нас здесь, потому что здесь у меня баг. Тоже баг. Видишь? Осьминог. Я его прошел, вот эту локацию. Было 5 из 5, потом 6 из 5, потом 7 из 5. Так и должно быть. Забираю эту штуку. Сундучки. Клеймим. У всех такой баг или только у меня, ребят? Напишите в комментариях, кто играет. Забираем еще сундучок. Ого. 4000 голды мы получили. Какой-то миссии еще. Только с какой? Понять бы. Вот кораблик. Ага, окей. Здесь ничего нового нету. Тогда мы сейчас 19 уровень, кстати, апнули. Получили новую акулу 3-звездочную. И смотри, что мы сейчас будем делать. Давай попробуем кого-нибудь прокачать. Скорее всего, буду прокачивать зебру. Нет, зебру в конце будем прокачивать. В том плане, что тренировать ее вот на этой площадке я буду. А сейчас тогда полностью вливаем в нее все свои ресурсы, чтобы прокачать хотя бы до 25-го. То есть она хочет омаров.
готово. Возвращаемся обратно. Забираем всю еду. Камон, почему нет места-то все время? Ладно, придется идти обмениваться. Вот, омары мне нужны. Этих у меня много. Оп. Оп. Опана. Опана. Еще немножко заработали. Возвращаемся сюда и опять продолжаем качать. Точнее, кормить. 16, 17, 18. До 20 докачали. Еще 5 левелов нужно. Я хочу сделать ее сильной. И, разумеется, надо будет прокачивать ей способность, потому что эта способность будет увеличивать стан, время стана и вроде бы атаку. Так, все забрали вроде бы. Все вроде бы забрали. Сейчас мы что делаем? Опять продолжаем качать ее. Надо тогда пойти купить омарчиков. По максимуму все трачу. Не жалею. Тысяча уже. Вот так вот оставлю. 1190. Мне кажется, я не докачаю, там, мне кажется, больше нужно будет. Куда поплыл, алло? Думаешь, я тебя не вижу? Идем кормить дальше зебру. Здесь 300 почти омаров только на один уровень. Ну хотя близко, мы близко, ребят, подошли. То есть там 359 омаров, и мы с вами полностью прокачали 25 левела. Не полностью, потому что полностью до 30 можно это качать. Но все-таки сильно. Я считаю, что сильно докачали. Заодно и посмотрим, на что она будет способна. Так, что мы еще можем продать, чтобы получить омаров? Мне нужно 300 омаров, мы ничего не можем продать, у меня не хватит, даже если я все продам. Окей, тогда идем... Что у нас здесь за акула, кстати, новая? А, ну вот, зебра. Та самая. И здесь все то же самое, в принципе. Здесь какая-то новая акула. Вот она, трехзвездочная. Прикольная. То есть, чтобы ее получить, нужно эту акулу совместить и эту акулу. Ну, блин, я не знаю. Можно, в принципе, прямо сейчас этим и заняться. Мне эта акула нафиг не нужна. Но у нее, смотри, такая способность, как у нашей. У нашей белой акулы. И такая способность, как у нашего, как же его зовут, ассасина одного. Который вместе с нами раньше был в одной команде. Но я его потом убрал. Ну окей, давай попробуем тогда что-нибудь, кого-нибудь вырастить. Смотрим, что за акулы нам доступны. Я даже не знаю, какая мне больше из них нужна. Но они так себе все. Они все так себе, если честно. То есть из этих я никакую бы не использовал. Ну так, если по чесноку. То есть все они мной не используются. Я бы другую сделал. Я могу сейчас посмотреть в Шаркопедии нужную мне акулу и попробовать ее сделать. Вот, мне вот это нужно. Go breed. А, у меня эта акула занята. А чем она занята? Не понял. А, вот, наверное, она здесь занята. Ну, давай, стартуем. Ура! Подожди, у меня такой акулы нет, кстати. Инкубируем ее здесь. Одну инкубировали. А, у меня же тогда и этой акулы не будет. Ну, ладно. Печально, на самом деле, зря инкубировал, потому что мне эта акула нафиг не нужна. Она мне нужна чисто для коллекции. А другая акула, которую я хотел сделать... Я не могу ее сделать в итоге. Вот в чем печаль. Все, тогда вернемся сейчас сюда. На мир. Поглядим, что здесь. И попробуем сейчас изменить тиму. То есть меняем эту акулу на мою зебру. Вот и все, красота.
Самое офигенное, что я могу давать стан этой акулой. Давая стан, я могу сразу вызвать. К примеру, даю стан танку, да? Вражескому. И сразу же использую ассасина. И в течение 4 секунд я могу наносить этому ассасину, ой, этому танку, этим ассасинам урон. Вот в чем прикол. И это прикольно. Давай батл нажимаем. Здесь все трехзвездочные. Опасно. Повезло, что первый идет у нас против нас ассасин. Против моего демагера. Так, хорошо. Делаю так. И делаю так, пока он в стане находится. Ну, это плохо сделал, знаете почему? Потому что нужно делать вот этот стан, когда 100% шанс, то, что от вас акула не уйдет. Но сейчас все равно, как бы, вроде бы и плохо, но неплохо. Ой-ой-ой. Уходи. Блин. Какая-то акула у нас умрет. Может быть, даже обе. Не! Смотри-ка, успел убить. Офигеть. Молодец. Ассасинчик. Это что, 8 из 5 получается уже? Да, 8 из 5. О! Нифига себе, может такую купить? Whale Shark. Это получается китовая акула? За 4000 рублей. 4000 рублей, охренеть. Вы серьезно просто? А, все, у меня, ребят, работает, ура. Вчера не работало. Офигеть, у меня уже 3 из 5 здесь. Я здесь еще не играл ни разу, а уже 3 из 5. Смотрите, здесь ивент открытый. Давайте в ивенте поучаствуем. Здесь есть возможность получить, видимо, вот эту акулу. Сквалликоракса. Воу. То есть, нет, она будет у меня в команде. А что это такое? Кто, что он делает? На что он способен? Смотри, у него третьего уровня 640. Атакует всех оппонентов, которые есть здесь. На карте против тебя. И себя самого 640 также атакует. Если ваш тиммейт умирает, то 20% хп возвращается Сквалликораксу. Господи, сложно же его зовут. Ну классно, мне нравится. Мне нравится. К сожалению, здесь единственная проблема, что он это лидер. А у него лидерских качеств нету. Вот в чем проблема. Давай тогда попробуем. Не, здесь и демагер нужен, и другое. То есть танк у меня есть, если, да, уже. Тогда берем ассасина и демагера. Попробуем. Поучаствуем в этом челлендже. Нифига, здесь акула какая-то уже страшная. Ты кто? Это демагер. Ну, танк против демагера сама я тоже должен заходить. Так, давай-ка ты пойдешь. А ну-ка, сейчас посмотрим, насколько это сильная атака. Блин, классно выглядит, мне нравится эта акула. Минус 640 всем. А я одну все-таки убил. Окей, прикольно. Плохо. Сейчас ничего не нанесу. Ну, со способности наношу, конечно. А вот именно в момент, когда мы деремся. Блин, зря я, конечно, его отправил. Ну, а так бы у меня танк умер, да? Какая разница. Фух, убил. Даже не знаю, кто выиграет, если честно. Он еще подхилился после того, как меня убил, серьезно. Не буду надеяться, что мой танк против демагера хоть что-нибудь и сделает. Он еще подгорает, видишь? Это огненным уроном, видимо, наносит этот чувак. Просто я сейчас, если нанесу 640 урона ему и себе, то я могу и себя убить.
Давай точно, чтобы убить его. Еще один удар сделай. Все. А может быть и я умру? Не, я не умер. У меня больше хп. Я сильнее, я... живучий. Так, получаем сундук. Что это у нас там? Красота. 10 тысяч монетки, точнее, гемы и вся нужная остальная тема. Ну, то есть... опыт. Опыт мне тоже нужен. Ну, так то же самое берем. Я не знаю, зачем вот это вот постоянно скидывается. Здесь нет смысла скидывать. В любом случае, я возьму самых сильных своих. Опять ты. Я тебя знаю. Блин, у него одни ассасины. Но ассасины будут хороший урон получать от моего... вот этого акуленка. Моего самого главного. Не успел. Надо сразу дамаги расставить. Пока не буду менять. Пускай он спокойно вытаскивает. Или все? Убивай, 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 пожалуйста. Убил, все. Подхилили плюс 200 хп. А вроде бы сейчас больше даже. Раньше было 200 хп. Получай! Супер атака! Блин, может погибнуть мой танк. К сожалению. Хотя, нифига, выдержал кое-как. Все, супер. Еще одна победа, и мы прошли ивент, ребят. И мы прошли ивент. В принципе, не так уж и сложно, если честно. Довольно-таки просто все идет. Ассасин, плохо. Я сразу демагера надо ставить, потому что умрет иначе. Нормально. Супер атака. Во, нифига, он первого сразу завалил. Не, крутая акула. Мне нравится. Не прикалывает. Ассасином только так вообще снимает хп. Там 600 хп для ассасина, этого очень много. Ну, танк против демагера. Разумеется, у танка больше шансов победить, но все-таки. Может совершенно по-другому все получится. Победа! На! Красота. 3-0. Забираем награду. Всего лишь 150 экспы, серьезно? Чё так мало? Видите, нам предлагают купить акулу 53 минуты. Для того, чтобы совершить это грандиозное действие, да? Потратить 4000 на игру на телефоне. Супер. Не, ребят, это того не стоит, по-моему. Я не знаю, как вы считаете. Но я лишь считаю, что это того не стоит. Лучше добиваться в этой игре всего самому. Так. Не знаю, что делать даже. В любом случае, нужно, наверное, какую-нибудь акулу открыть. Скорее всего, это будет какая-нибудь вот такая, наверное, новенькая, которая у меня была. Ну, давай попробуем. Стартуем. Не надо мне такую. И такую мне не надо. Давай уже. Ну блин, ну это не верю я в это. Я в это не верю. Ну инкубируем чё. Я за бесплатно её могу инкубировать.
Попытка номер 4. Ура! Все, инкубируем. Наконец-таки новая акула. Она будет целых 12 часов, ребят, инкубироваться. Это очень много. Так, и разумеется, квесты я не выполнил. Трейн, шарк, 3 раза. Да, пробуем сейчас еще потренировать акул, действительно. А, у меня, наверное, не будет этих. Точно. 600 стоит. 600 стоит тренировка. 600 кого? Вот этих, да, получается? Ну, то есть, вот так вот делаем. Мне кажется, 600 у меня не получится все равно. Да, до 600 я здесь никак не дойду. То есть придется потом ждать. 377 у меня только получается. Но могу, в принципе, просто посмотреть рекламу, например. Тоже вариант. Так, насобирал я нужное количество, и теперь мы будем прокачивать нашу акулочку. Go тренинг. Смотрим, что нам выпадет. Давай, +2, +2. Ну, блин, почему +1 все время? Издеваются. Окей. Ладно, смотрим, как это все происходит. То есть я вам не показывал. То есть вот такое вот есть чучело здесь. Манекен рыбы, да, такой? Который как раз-таки наша рыбина во время тренировки избивает. Тренирует. Смотри, там даже монумент есть прикольный такой. Акулий Шварценеггер, блин. Окей, ладно, ребят, давайте на этом закончим. Очень прикольная тема. Прикольно сделали тренировку здесь. Надеюсь, вам нравится эта игра. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании, шоп-канал. Это была игра Hungry Shark Heroes. С вами был Лекс. Спасибо за просмотр и всем добра.